Крымск и сопка героев – это ворота голубой линии. Долгие 5 месяцев продолжались кровопролитные бои за этот район. Для немцев это была одна из главных оборонительных позиций. Взять эту высоту для советских бойцов означало разорвать один из самых сильных узлов обороны в немецком поясе на Таманском полуострове. Штурм стратегически важной высоты 121-4 начался 26 мая 1943-го. Ожесточенный рукопашный бой шел на земле, а в небе над сопкой развернулось одно из крупнейших авиационных сражений Великой Отечественной войны. В воздухе находились до 300 самолетов одновременно. Некоторые просто шли на таран. Практически каждые 20 минут сбивали по одному самолету. Летчики выпрыгивали из горящих машин с парашютами и попадали под вражеский обстрел. В небе над Крымском сражались Александр Покрышкин, Евдокия Бершанская, Иван Кожедуб. Руководил операцией маршал Жуков. 8 июня советские войска отбили у врага высоту 121-4. Бойцы Красной Армии назвали это место «сопкой героев». Противник понес столь значительные потери, что до конца войны так и не смог их восполнить, а советская авиация окончательно завоевала господство в воздухе.